Доброе утро, меня зовут Вячеслав Горбатов, я шеф-повар. Давайте позавтракаем. И сегодня на правильный завтрак мы приготовим печеные кабачки в сухарях. Для этого вам понадобятся кабачки, сухари, мука, яйцо и сыр пармезан. Итак, кабачки. Если кабачок молодой, его чистить не надо. Можно сделать вместе с семечками и с кожурой. Если он старый, лучше почистить от семечек и от кожуры. Ну вот, здесь семечки небольшие, то есть его можно сделать кружочками сразу. Посыпаем солью. Готовим лизун. Яйцо. Немного муки. Все размешиваем. Можно добавить чуть-чуть воды. Немного. Чтобы лучше обмакнуть кабачки. Размешали. Все, теперь в эту массу пускаем кабачки. Пускай немного полежат. Подготовили. На тарелку высыпаем панировочные сухари и добавляем тертый пармезан. Терли. Смешиваем. Теперь каждый кабачок обваливаем в нашей полученной смеси и выкладываем на противень для запекания с пергаментом и немного растительного масла. Затем духовка. 180 градусов, 10 минут, кабачки готовы. Их можно скушать сразу, можно взять с собой и на работе подогреть на обед. Микроволновки. Сверху еще немного масла. И в духовку. И вуаля, завтрак готов. Приятного аппетита.